Ок, блогер скинули. Сегодня в выпуске. Ура! Сегодня в выпуске. Погнали! Пожалуйста, можете подготовить пасту про Литвина? У вас она есть, я знаю. Навал обвинили в наплевательском отношении к безопасности и соблюдению законов. Дурову вынесли первый приговор и нашли его новую девушку. Шесть и Арина снова вместе. Что? Что? Бурак Ощевит прилетел в Россию, а Кто? Литвин издевается над Адель. Я надеюсь, это не мои дети. Сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. А теперь представьте, что среди детей Хесус такой. Тоже тут был на приветствии. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда все будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали. Еще... О, бля, твою мать. Еще одну свадьбу блогерской парочки мы вчера увидели благодаря Герберам. Спустя 8 лет отношений они решили торжественно узаконить свой брак. Устроили большой праздник, куда пригласили не только родственников, но и своих коллег по сфере, а также популярные СМИ. Все поначалу проходило на берегу какой-то речки и началась церемония с пранка. Пранк какашкой, let's go! Бля, пранки, если бы она реально утонула. Вот это вообще пранки ебанутые, если честно. Это Маша упала в воду, что ли? Ой, нет, что же делать? Маша! Все плывем за ней. Никакой паники не было, все понимали, что это лишь шутка. А, это не Маша упала, бля, хорошо. А после объявили выход уже самих жениха и невесты, которые под свадебным алтарем сказали много приятных слов друг другу, произнесли клятвы и обменялись кольцами. После все гости плавно переместились в банкетный зал, там уже была стандартная программа с тостами, конкурсами и другими развлечениями от ведущего. Не обошлось и без дискотеки, посреди которой провели традиционный бросок букета невесты. Желающих было... Так, я считаю, свадьба не очень. Никто не сосет банан и не лопает шарики об жопы какой-то рандомной женщины. А еще ебальники не ломали друг другу. Вообще свадьба не очень. Большое количество, но самой ловкой оказалась Катя Колышева. А чё она визжит? Она же из рук вырвала, блядь. Это вижу, что Голышева, реально Голышева. В последний момент она, как вы видите, выхватила его из рук Ани Покров. И после так, конечно же, в шутку, высказал ей пару ласковых слов. И да, Роберт и Маша не стали скрывать точную сумму, которую потратили на всю организацию свадьбы. Ну, думаю, лямов 10, наверное. Изначально они планировали уложиться в 5 миллионов, но чутка вылезли из бюджета. О, свадьба примерно в 5 миллионов была укладывалась. Сейчас уже другая сумма? Да. Она чуть увеличилась. Как я... Да пришлось блогеров покупать, чтобы приехать. Ну, там по суткам оплатили. Да ладно, это джоукс. Говорю то, что свадьбу, когда ты планируешь бюджет на одну сумму, значит, она будет чуть-чуть больше. Вот. Поэтому сумма, да, чуть увеличилась, но... Да, и приблизилась, между 6 и 7 миллионами. Где-то. Ну ладно, я округлил. Вот так получилось. Да, вот нахуй столько тратить вообще на свадьбу, я не понимаю. Почему ты не был у них на свадьбе? Может, я не ебу, кто это, наверное, и меня они не ебут тоже, кто я такой, нет? Ты не подумал? Или ты думаешь, меня все зовут куда-то. Вот меня только на ёбнутую свадьбу позвал Зубрев. Это будет первая блогерская свадьба моей жизни. И что-то мне подсказывает, я там обожрусь нахуй. Что поделать, зато смотрите, как красиво. Очень красиво, правда. Бывшую парочку Юджина и Ави подозревают в примирении и том, что они успели сойтись. Виной тому совместная поездка... Бля, кто это, блядь? ...в общей компании в Корею. Они ее планировали за несколько месяцев до, вложили большое количество денег и усилий, поэтому глупо было бы отказываться. А я и не буду, ребята. Не надо спрашивать, кто эти люди. Да я откуда знаю. Просто, понимаете, тиктокеров жопой жуй. Или лайкеров. Они вот сегодня есть, завтра новые уже какие-то, а я даже и не в курсе. Но там, хочешь не хочешь, им приходится контактировать как минимум за общим столом. Но странно, что они сидят там напротив друг друга, и помимо этого... Очень странно. Очень странно, что они друг напротив друга сидят. Это вообще пи***. Если честно. Этого у обоих очень похожий контент из одинаковых локаций. Бля, пи***за. Как будто они ходят чисто вдвоем. А вот, например, на данном видео есть женские руки, которые гладят Женю, и подписчики подозревают, что это Ави.
Пока что данных фактов маловато, чтобы утверждать, что они снова вместе. Но будет обидно, если они реально решили похайпить ради продвижения трека. Это охуеть, реально вместе? Это так, я должен реагировать на информацию? Но мне до пи***ды. Мне чисто сказать, чуть-чуть до жопы, чуть-чуть. Вот столечко, чуть-чуть до жопы. Ужаснейшее поведение по отношению к своей девушке продемонстрировал Литвин. Он известен своим безбашенным поведением не только на камеру, но и в жизни, который... Так, заряжай! Ай, Мишаня! Такой без кондиции, блядь! Иногда переходят все границы. Сейчас они с его невестой Адель улетели на отдых в Дубай, откуда делятся контентом. Это ёбнутая там паста. Миша сам выложил записи, как лихачил на гольф-каре по серпантину, пугая свою возлюбленную опасным вождением. А в конце еще выкинул телефон девушки в кусты за то, что она якобы часто там залипает. А, Миш, перестань! Миш, перестань, пожалуйста! Твою жизнь подвергаешь опасности! Золотые слова. Блять, это пиздец, хуярит, я ебал, блять, до этой рикши, блять. Ва, чё за вид, посмотрите. Только взгляните. Сколько можно? Устал уже в телефоне сидеть? На нахуй. Ты вот реально дебил. Даже если было сделано в прикол, как будто он слишком жесткий, и это первые звоночки популярного сейчас слова «абьюз». Да-да-да, вообще, забей. И потом они вместе дальше встречаются. Ну, конечно, лишь бы что-нибудь разогнать, блядь. У многих как раз и сложилось впечатление, что Адель приходится многое терпеть, другие бы давно сбежали. Но в целом я... Да чё вы нахуй... Бля... Другие бы сбежали, блядь. Ну да, как скажете, блядь, сбежали бы они нахуй. Есть и обратное мнение, что она привыкла, и в целом ей нравится такая модель отношений. Правду же нам вряд ли расскажут, всё-таки лично принято оставлять за закрытыми дверями. О возрождении же своих отношений сообщил рэпер Love66. У него с его бывшей девушкой Ариной длинная история, которая наполнена эмоциональными качелями и различного рода драмами. Последний раз об их расставании стало известно в... Не, вот этих-то я знаю, а вот всех остальных не знаю. В феврале этого года заявлялось как окончательное. Фанаты же все это время не теряли надежду и вчера вновь увидели их вместе на сцене во время концерта, где Иван честно признался, что Арина – его настоящая и единственная любовь. Ты самый важный человек в моей жизни, которого я когда-либо встречал. И все девчонки, которые хотели когда-то однажды со мной что-то, извините, мое сердце принадлежит Арине. Блять! Сука, нахуй. Павел Дуров и его арест продолжает оставаться одной из главных тем в мировых СМИ. Пока что гендиректору Телеграма не выдвинули никаких официальных обвинений, он по-прежнему находится в следственном изоляторе. Связаться с ним никто не может, и это еще не произойдет в течение 2 суток, так как французский суд продлил на 40... Типу 40, кстати. 48 часов его содержания под стражей. Команда мессенджера тем временем пытается прикладывать все усилия, чтобы вызволить Дурова на свободу. Уже выпустили. Так это 5 дней назад видос. А для СМИ выпустили свою позицию в виде 4 пунктов. В них они четко отметили, что телега соблюдает законы Евросоюза, модерация, за которую их критикуют, на самом деле есть, и она соответствует всем стандартам. А нахуя поймали тогда? Самому Павлу скрывать нечего, он часто перемещается по Европе и ничего противозаконного не совершал. Для... Бля, прикиньте, если его поймали для того, чтобы надавить на него, чтобы инфу по поводу русских пользователей передавал. Или вот такое что-то. Или чтоб санкции уебашить тоже. А зачем? Да хуй знает, это же, блядь, политическая хуйня была. Ну, посадили его ради чего? То есть ему ничего не выдвинули, блядь, и выпустили. Что-то глобальное там, наверное. Ну, либо второй вариант, кстати, чат. Второй вариант мне больше верится. Это его поймал Макрон и такой говорит: если нахуй в твоем телеграме, блядь, через 2 дня не залистится хомяк, я тебя на пожизненное въебу, гондон. Что наиболее вероятно, кстати. Абсурдом, что ответственность за злоупотребление преступниками платформы перекладывают на создателей. А под конец они отметили, что телега является источником общения и важной информации почти для 1 миллиарда пользователей. Вряд ли эти сова хоть что-то поменяют, но озвучить позицию было необходимо. С Дуровым, кстати, на выходе из самолета была также задержана 24-летняя девушка. Я так и думал, блять. По имени Юлия Вавилова. Она является криптопредпринимателем, и в каких они с Павлом отношениях неизвестно. Правда, журналисты заметили, что... Как каких? Понятно, в каких, блядь.
что в последнее время она часто пребывала в компании с ним в совместных поездках. Поэтому это вполне... Короче, ребята, все из-за женщин, я вам сразу говорю. Не может быть и его новая девушка. Юля, к сожалению, тоже перестала выходить на связь после приземления... Нахуй такие фотки делаешь? У тебя миллиардер, блядь, как бы. Чё тебе еще надо? Не самолета, и что с ней сейчас, пока что неизвестно. Бля, Юля Вавилова, можешь, пожалуйста... Окей, я вот так паузу поставлю. Ну, может, кто-то передаст, он чел написал, что он тебя лично знает. Он с фанчицами встречается. Да похуй мне, блядь, пусть с кем угодно встречается. Юля Вавилова, можешь передать Павлу? Короче, есть такая хуйня. Можно мне дадут приватный сервер в Телеграме стримерский, чтобы я сам мог стримить свои приватки? И 1080p, чтоб сделали там. И битрейт 7к, потому что смотреть невозможно, там качество ублюдское. Юль, ты можешь передать, пожалуйста? Юля Вавилова, ее твич. Да, но я просто говорю к тому, чтобы вдруг передала, типа, было бы здорово. Потому что я заебался, мне в Телеграме он не отвечает. Ну, не лично Павел Дуров, я имею в виду, а вообще никто не отвечает. Поддержки, блядь, там нет, куда написать, непонятно. Я писал на почту, блядь, год назад, мне никто ничего не ответил. И ссылку на онлик свой скинь. Такая у меня нету онлика. Я писал, что я с ней учился, потом она уехала сосать богатство. Осуждаю тебя, блядь. Ты понимаешь, что я сейчас прошу помощи? Нельзя такие вещи писать. Вот получим отказ. Вполне может быть и его новая девушка. Юля, к сожалению, тоже перестала выходить на связь после приземления самолета, и что с ней сейчас, пока что неизвестно. В Россию все же приехал... Вообще тебя ебать не должно. Кто там кому что сосал? Там после ареста его и прочей хуйни удалили функцию «Люди рядом». Типа там через нее находили типы других типов для работы. Ну ты понял. Я вообще про нее не знал, потому что на айфоне этого, блядь, не было, нахуй. Или было, но я не ебал, как это включить. Мне это вообще только на андроиде показали. А как, блядь, ее включить? Сейчас включат из подписчиков. Не буду тогда включать, идите нахуй. Звезда турецких сериалов Бурак Ашчевит. А, да, знаю такого же. Это же он, «Великолепный век». Хоть и актер играл, пытался сохранять максимальное инкогнито, во время прибытия его все равно встретила толпа фанатов, которых он не особо был рад видеть из-за усталости после дороги. Но ситуация изменилась, когда мужчина отдохнул, принял душ и переоделся, выйдя, чтобы пообщаться со всеми желающими. Там его, кстати, встретили с портретами и пирогами. Ой, вот это аудитория взрослая, конечно. Пирогами, в общем, порадовали всем, чем только можно. Я не понял, то есть получается, вот это не митинг, а собирать подписчиков — это значит митинг, правильно? Приехал он в этот город, как я рассказывал ранее, для съемок в новой части фильма «Елки» вместе с Рузилем Миникаевым. В то, блядь? Сцен у него немного, но даже эти моменты, по заверениям создателей, должны стать магнитом для зрителей, а также популяризации картины за границей. Кстати, эти кадры с Бураком мне прислали через бот-предложку в телеге. Если у вас тоже есть желание отправить мне интересную новость или поделиться интересным наблюдением, пишите вот по этому адресу. Тут ты знаешь про Малко... Чего, блядь? Чё, Балибей? Давай... Что, блядь? Малко Чугулу Балибей? Что ты несешь, блядь? Кто это? У БГ инсульт забей. Братишка, блядь, выздоравливай. Су ОКБ Ньюс Бот. Не всегда получается там каждому отвечать, но я все вижу. Заранее благодарю за вашу... Если что, я бота нихуя не вижу, у меня который. Так что можете нихуя там не отправлять. Помощь. Ссылочку оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Валя Карнавал вновь получила массу критики из-за своего наплевательского отношения... Блядь, так и знал. Заебались, блядь, до Вали Карнавал. Блядь, где она вообще, нахуй? Ебаный в рот. Где за ней следят люди, блядь? И вообще не понимаю, нахуй. Ни тиктоков, блядь, ничего вообще чел не делает, блядь. Где-то, сука, высирают, блядь, все равно находит. ...к законам. В мае этого года она объявила, что стала обладательницей нового автомобиля BMW M4, который... Ну, это хуйня, а не машина, конечно же. ...как раз приобрела к теплому сезону. Тачка мощнейшая, а Валентина со своим водителем, видимо, являются любителями прокатиться с ветерком. Ее пробили по номерам и выяснилось, что... Бля, пробили по номерам, бля, доксеры, суки. ...за 3 месяца владения она получила штрафов на общую сумму 74 тысячи рублей. А, ебать, да это хуйня вообще ебаная. Я там за пол ляма уже, блядь, перевалило. Я думаю, если вдруг... бля, меня посадят, короче, нахуй. Или права отберут. Да там, блядь, на полосу кто-то наехал. Ну, я кто еще? Превышение там на 2 километра, блядь. Ну, такое. Хуйня чисто.
рублей. 54 раза ее ловили на превышение скорости, 3 штрафа пришлось за езду по выделенной полосе. 5 за остановку или стоянку в неположенном месте. Ну вот, да, у меня там тоже что-то на остановку, блядь, что-то там еще где-то не оплатил парковку, хотя оплачивал, блядь. 9 раз тиктокершу ловили за несоблюдение требований знаков или разметки. Ну и однажды Валя не оплатила парковку в центре Москвы. С одной стороны, это ее кошелек, пусть хоть миллионы тратит на эти штрафы. Но с другой, правила дорожного движения придумываются не просто так. Иди ты нахуй, понял, блядь? Если можно оплатить и ехать дальше, пусть будет так, блядь, чем я нахуй, видите ли, плачу за какую-то хуй... Ну это, блядь, бабки из воздуха, блядь, вы понимаете же это? Государство делает бабки из воздуха, им невыгодно, блядь, у тебя права забирать, ты ж потом денег не дашь. И они сводить... Ты платишь ни за что, получается. Ну как ни за что? Ты типа превысил там на 1-2 километра, но это дюб денег, блядь, легальный. Ты прикинь, туда миллиарды, блядь, текут за эту хуйню. Везде в нормальных странах, блядь, ты, блядь, превысил, все, пизда, нахуй, у тебя права забрали, там система рейтинга. Ебать, нахуй, это что за чулочки? Чё, блядь, залили, нахуй? Ух, хуя себе. Это давно, я первый раз вижу. Так вот, нормальная система баллов, там права забирают, а тут нет, тут похуй. Тут денег даешь, поехал дальше. Так есть допустимое превышение, что ты рассказываешь, вроде 10%. Ну вот, я его превышаю, понял, блядь? Если написано 60, значит едем 79, сука. И тут уже тяжело, понимаешь, о чем я? Вот этот километр... ...по сути подвергают опасности не только себя, но и остальных. Во многих странах у них бы давно отобрали права, ну а в России можно просто откупиться крупными суммами. Карнавал еще тут сюрпризом залетела на один из концертов ЦУЕФА в их туре. Валя последние несколько дней находится вместе с мамой в Ростовской области. Короче, пацаны, объясняю вам, ну, не то, чтобы вы подумали, что я там не уважаю правила дорожного движения, тыры-пыры, да, такое есть. К тому, что типа, вот я сейчас в пробке застряну на 2 часа, или один раз проеду по выделенке, блядь, заплачу 1500, но на час, сука, быстрее приеду. Естественно, нахуй, выберу второй вариант. Ну, я и платил, и все, и доехал вовремя. Стрим запустил, там, шкильники, блядь, надонатили мне, все, штраф оплатил. В Москве нереально ездить, запомните, нахуй. Кто в Москве хоть раз будет кататься, охуеете тут. Тут, в принципе, без нарушений невозможно. Тут хочешь, не хочешь, блядь, нарушь все равно. Это вот где-то вы там живете где-нибудь там, ну, не Москва, не Питер, то, ну, Питер, наверное, даже получше там, как. Хотя там, блядь, эти трамваи, там тоже, хуй пойми, как, то как ездят, блядь, то камер еще меньше, раз в 10. Типа, где-нибудь в заднице бы жил, где машин меньше было бы, поехали, ну, все, извинитесь, быстро, нахуй. Те, видимо, приехали навестить родственников. Ну, стрей бабку сбил, а я никого не сбивал, я внимательно езжу. Никак. И тут... Не нужно думать, что я там, блядь, 200 километров хуярю, бля, вот так, щу, пролетел, нихуя. Тут она узнала, что ее продюсер с ребятами приехали в Ростов для выступления. Для нее это тоже важный город в процессе становления, поэтому она решила сюрпризом залететь на сцену. Еще, еще, еще! Ростов. Мой родной город. Ладно. Ростов ее родной город. Все, верим. Вот это посмотрим. Сегодня в выпуске к Вале Карнавал... Да твою-то мать, опять Валя Карнавал. Ебать, нахуй, я хуй. Откатывают... А чё это за хуй, типа? Это антикоронавирус сливчик? Иностранцы в Дубае, с кем ее сравнивают? Инстасамка и манекен... Дец, ребят, я не знаю, если бы про каждую девочку из моего чата снимали бы видео, где кто к ней подкатил, блогеру бы просто не хватило бы, блядь, всего времени во всем мире, блядь, чтобы это просто в новость запихнуть. На грани драки на отдыхе. Сашу Стоуна пошатнул хейт из-за выжить в Дубае. Сколько Роналду заработал на Ютубе, а Маха Горячева и Леша Свик впервые поцеловались на камеру. Ага, круто. Всем привет, это канал ОК. ОК. ОК-ОК. Дети-дети, скипаем детей. Батьба Кукаяк, и до сих пор оттуда появляются интересные кадры. Так, что такое? Так глава семейства Денис поделился роликом во время совместной фотки с Леной и Василисой. Дочка в своей манере начала корчить... Ну, ебать, прикольная фото, да, разрисованная? ...пить лицо, что осталось на памятной пленке фото... Что за... Фотографа. Родители посчитали это забавным, но вот аудитория восприняла подобное поведение перебором и невоспитанностью. Что нужно иметь какие-то границы, когда... Бля, да вы заебали, нахуй, идите вообще, заебали, сука, чё вы приебались-то вообще, нахуй, вас ебёт вообще. Это надо к мистеру Максу вопросы задавать, слышал, там у него парень появился, блядь. Сказали, что фейк, но пахнет как будто бы не фейк.
необходимо убирать ребячество в сторону и побыть немного серьезной. И в целом проводили сравнение с тем, о чем говорила инстасамка в подкасте Джарахова, что... Это фейк или не фейк, блядь? Не фейк, я его... Ты что, долбоеб, что ли, что пишешь? Это вроде Катя Самбука, как, блядь? Что у ребенка из-за блогерства с раннего возраста могут впоследствии проявляться отклонения в виде гиперактивности при появлении объектива. У Каяки же в этом проблемы никакой не видят, тем более подобные случаи единичные. Да и в целом, если ей нравится быть такой, пусть остается, не всегда стоит подгонять себя под рамки общества. А вот Стоун впервые признался, что сильно переживал после премьеры реалити «Выжить в Дубае». Что это вообще? Выжить в Дубае, нахуй? Бедный, нахуй? Что ж ты там, выживал реально с палками, блядь, на острове? Как вы знаете, их там в компании с Надей Сысоевой, Джиганом и Оксаной Самойловой признали главными токсиками и вообще самыми ужасными людьми на планете. Бля, пиздец. Саша до последнего... Это и меня еще там не было, они бы вообще охуели. Самый главный нытик и уебан был бы я. Я забрал бы это просто, эту возможность у всех, понимаете? Там Джиган перданул. И что, блядь? Джиган это вообще мем ходячий, блядь, вообще, до него доебываться нельзя, запомните. Петушки ебаные, вы все, поняли? Ценева не смотрел ни одну серию, кроме первой, и в итоге, увидев монтаж, понял, с чем связана реакция зрителей. Алло, чё бан осуждаю, нахуй? Это он так сказал, это цитата прямая. Самое же обидное для него, что много моментов за кадром не показали, и поэтому картинка на экранах сильно... Я оскорблен. Ну, извините. Исказилась не в его сторону. Первый раз, наверное, так столкнулся, что я не хотел даже на улицу выходить. Серьезно? Прикинь, были мысли о том, что тебя ненавидит каждый человек на Земле. Просто каждый, абсолютно. Я не знаю, я Саша Стоун перевожу как Саша Камень, а Саша Камень мешал Папичу играть в игры. Поэтому у меня единственная ассоциация, это вот такая вот. Саша Камень. Все, я не могу с этим ничего сделать. Типа, это как бы, ну, не к нему в огород, а просто вот у меня ассоциация такая. Такое было. И ты понимаешь, ну, ты смотришь монтаж... И ты понимаешь, ну реально, за что тебя хейтят. И ты понимаешь, что там очень много людей не видят за кадром. Mm-hmm. Очень много фактов, которые... Да ты что, первый раз снимался, что ли, блядь? По-моему, классика, не? Ну, играли вот на тебя в, ту... ну, в тот момент. Ты не можешь это людям объяснить. Ну и думаешь, да и ладно. Милана Стар разрывает рекомендации ТикТока новым роликом. Ёб твою мать, что за наряд? Сколько ей лет? Сейчас охуею, скажет, то 14. Че, угорает, что ли, реально? Пиздец. ...со своей мамой. Они засняли обыкновенный липсинг с абсолютно несложными движениями. Но почему-то именно этот видос собрал больше 14 миллионов просмотров... Да скажут, а что дети, блядь. ...и почти 2 миллиона лайков. Родственницы получили кучу комплиментов внешности от иностранцев. А вот русскоязычные ребята провели сравнение с сериалом «Универ», где снимается отец Миланы и бывший муж Ирины Виталий Гагунский. Мать посчитали очень похожей на Аню Хилькевич, поэтому не обошлось без творческих домыслов, что Кузя в итоге остался с мамой. 2010 год она. Да нормально, нормально, а чё, подумаешь, дети в платьишко такие гоняют взрослых. Ну а чё, чё вы нахуй, первый раз что ли, ебать? Ребят, тоже, конечно, ну, давайте уже как бы реально заканчивайте эту хуйню. Маша, и у них родилась дочка. Вряд ли Милане нравится читать подобные мысли, с отцом отношения до сих пор напряжны. Ну там ногти ёбнутые, вон, я говорю, блядь, пи***ц, короче, куда мы идем. Не, может, я какой-то еблан там или что-то реально там додумываю себе, но мне кажется, что-то настоепиздило меня уже это. Они давно перестали видеться вживую и даже не списываются. Лёша Свик же старается сейчас использовать свой роман с Махой Горячёвой ради продвижения новой музыки. Они и до этого не особо уже скрывали, что состоят в отношениях, а тут мы вовсе... Так и что, блядь, нахуя мне это за... Блядь, какие новости? Увидели их первый поцелуй на камеру. Охуеть! В новом люди сериале... целуются, это вообще шок. Ибито есть кадр, где они целуются прямо в губы и стоп... О, прямо в губы! Этого не может быть, я сейчас упаду, девочки, пиздец, держите меня за стул. Процентов его туда вставили не случайно. Подобные моменты всегда привлекают внимание, на что и был расчет. Из-за этого у подписчиков до сих пор остаются подозрения, что... Я хуй знает, я сейчас Алину в губы засосу, это тоже так будет? Сейчас еще скажу, короче, все хуеют. Мы еще иногда любовью занимаемся, это вообще пиздец. А то они охуеют все, короче. Ну, типа, кто встречаются, они, типа, иногда еще и спят вместе. Реально говорю. Только не говорите никому. Ща ок-блогер вообще упадет. Что вместе они ради пиара, и такой расклад выгоден обоим.
Поэтому вряд ли это будет долгая история, хайп закончится, и они тут же разбегутся. А, все понятно, блять. Криштиану Роналду, который совсем недавно создал свой YouTube-канал, перешел отметку уже в 53 миллиона подписчиков. Для этого ему потребовалось чуть больше недели, и завел он эту всю историю явно не только для развлечения. По сути, очередной его бизнес-проект, который озолотит титулованного футболиста на сотни миллионов. Авторитетное испанское издание Marca решили подсчитать, сколько удалось заработать на данный момент. Как минимум, монетизация уже включена, которая приносит свою копеечку. А также было заключено несколько рекламных контрактов с мировыми брендами. По оценкам экспертов, общая сумма доходов Криштиану с Ютуба может составлять порядка 100 миллионов долларов. Поэтому показатели он... Да этот, сука, это деньги дюпает, блять. Раз в 5 обгоняет даже мистера Биста, хоть и аудитория у Джимми гораздо больше. Дима Масленников снимет продолжение. Да, прикиньте, если бы у него рекламу ракетки заказали, бля. Продолжение своей недавно появившейся рубрики «Мафия в реальной жизни». Проект очень хорошо зашел зрителям, оба выпуска набрали приличные просмотры, но на этом должна была быть поставлена точка. Но тут фанаты импровизаторов видят пост от своего любимчика Арсения Попова, что тот снимается в каком-то итальянском фильме, где ему нужно придумать самому себе имя и историю. Пошли теории, что это намек, что он снимается в ролике у Димы, о чем я сделал пост у себя в телеге. Масленников данную новость заметил и поспешил, к сожалению, опровергнуть, съемок никаких не было. Блять, ладно. Он почитал комментарии и увидел, насколько все ждут третью часть, поэтому пообещал, что они обязательно займутся этим в ближайшее время и пригласят Арса. Правда, тематика с декорациями будут уже другие, чтобы немного освежить формат различными фишками. Так, вы спрашиваете, будет еще мафия или нет? Сейчас я вам отвечу. Вот они стоят, красавцы, сейчас... А что за хуйня там происходит? Я не смотрел просто. Будем их полностью переделывать, потому что стилистика... А, бля, не спать идут туда, типа. Новой мафии будет другая. Бля, ну он охуенно делает, кстати. Инстасамка не остается без хейта в свою сторону даже на отдыхе. Ей почему-то захотелось выложить несколько кадров не просто в купальнике, а крупным планом показать свою пятую точку. И чё, блядь? Вот то, что... Бля, короче, я не знаю, я уже высказывал свое мнение. Что-то какая-то вот... Вот охуенно выглядит. Ну вот что-то с жопой не то, вот у меня сложилось впечатление, я вам так скажу. Ну такое мое мнение, мужчинское, субъективное. Мне... С жопой, да жопы. Из-за того, что у нее там... Ёб твою мать, вот блять, а? Какие нахуй ко мне, что, это нормальное? Что это вообще с ней, блядь, здесь? Импланты и форма для обывателя выглядят, мягко говоря... Ёб сыр, блядь. Я странный. Кто-то посчитал это антирекламой пластик... Это реально уродливо, правда. Я тут вообще полностью завлечу. Что-то вообще какой-то пиздец. ...пластической хирургии. Другие посчитали ее вид слишком страшным, как будто... Кто тебе жопу увеличивать? Бля, я не понимаю. Ладно, грудь увеличить, ее никак не накачать. Ну, типа, логично еще. Блять, жопу же накачать можно. Надо просто поебашить нихуя себе сколько. Опухоль, и все это еще не сочетающееся с ногами. Но я думаю, Даша ждала как раз такой реакции и выложила S как раз для лишней порции обсуждений. В целом же они с Олегом привыкли к негативу в свою сторону, что показала ситуация с местными жителями в Туапсе. Информация об их приезде разлетелась по местным пабликам, поэтому возле отеля начала собираться толпа подростков. Они оказались далеко не фанатами и при выходе ребят начали покрывать их тотальным матом, а также орать требования убраться из города, ведь там им не рады. Пиздец. А чё вы так говорите? Туда их, блядь, респект, дабл, и что это за хуйня? А мне бы там были бы рады, блядь? Нет. Ну и все тогда, блядь. Нахуй ты там нужен? А нахуй они там собрались, блядь, чтобы сказать, идите нахуй. Это реально что-то из истории, типа, я бежал за вами 3 дня, блядь, чтобы сказать, идите нахуй отсюда. Вам тут не рады. Олег что-то начал говорить в ответ, ситуация накалялась, но до драки, к счастью, не дошло. Сыграла как... Ну там, детей бы нахуй. Что ли, там дети по видео. Да и никакая выдержка ребят и возможность быстро уехать. Рукоприкладство точно бы ничего не решило, да и негатив, по сути, был без причины. С обильным вниманием за границей... Негатив без причины – признак кого? Дурачины, блять. Вот так, нахуй. С ней столкнулась и Валя Карнавал. После многочисленных операций ее фигура и внешность стала приближена... А чё она... А, она чё, операции делала, что ли? А какие? Она не говорит. Так откуда тогда у вас инфа, что она операции делала, если она, может, не делала нихуя? Ой. Я так понимаю, если чел не сказал, что сделал операцию, то люди сами там догадывают, правильно? На интервью говорила. Подтяжка груди.
А, ну и чё? Все, это типа значит, что она вся сделанная, что ли? Бля, девчонки, мне так плохо, если честно. Ну, сделала и сделала, чё, блядь? Другое дело, когда, короче, знаешь, такая сидит какая-нибудь страшненькая там, возможно. Ну, ты же не знал, что она страшненькая. Вся сделанная, фи-фо-фа, там вот это вот. Потом такая рожает тебе, бля, там уёбище какое-то, ебать, вылезло. Думаешь, что за хуйня, блядь? На мать даже не похоже, блядь. Вот это уже грустно, конечно. Ближней к идеальной картинке, что уже вообще не выглядит как натуральный. А мне нравится. Идите на все. На это обратили внимание. И чё? В смысле натуральный, блядь? Кто там говорит, что натурально, а что нет, блядь? В Дубае не только парни, но и девушки, которые подходили и говорили ей комплимент фразой «You look like a doll», что переводится с английского как... А, да, спасибо. «Как ты выглядишь как кукла». Гайс, прямое включение. Почему на бассейне ко мне подходят все и женщины, и мужчины и говорят одну фразу «You look like a doll». Я не знаю, кто такой doll. My English very bad. Я Валя. Ладно, я стал отписчик только что. I'm not a doll. Я Валя. Кто-то ее еще тайком снимал в бассейне. Вот этот ролик, по заверениям блогерши, ей перекинули по аирдропу какие-то незнакомцы. Валю, кстати, еще успели из-за того кружочка высмеять, что она не знает такую простую фразу на английском и не могла ее даже загуглить. О, блядь, ха-ха, за что же еще отменить? Блядь, такие придурки, блядь. Но после она пояснила, что это был лишь рофл, никак... А, это еще и рофл бы, блядь. Какой серьезности карнавал свою речь не... Бля, я не знаю, это вот, ну, жизнь нужно прожить так, чтобы, блядь, еще и объяснять, что ты рофлил. Потому что иначе тебя отменят, блядь. Кладывала. Но, знаете, долл, наверное, не звучит из их уст как что-то обидное, типа как надругательство какое-то, как оскорбление. Наоборот, сегодня все девушки ко мне подходили и говорили, никогда не красься, вот все, что есть на твоем лице, а точнее у меня сегодня ничего не было, оставь так, как есть. Приятно, на самом деле, слышать комплименты от девушек. Давно такого не было в моей жизни. YouTube наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. Чё не с голосом? Да хуй его знает.